Сегодня представители акционеров завода СЭПа сообщили нашей редакции о том, что на территории предприятия правоохранительные органы проводили мероприятия, связанные с выемкой документов в рамках проверки фактов о возможном хищении финансовых средств, сокрытии доходов и ухода от налогообложения. Напомню, что на заводе с начала года возник корпоративный конфликт между бывшим директором Евгением Резником с одной стороны и акционерами завода с другой стороны. Бывший директор отказывается сложить полномочия и не допускает представителей новой администрации завода к управлению, несмотря на то, что в начале марта в налоговых органах был зарегистрирован Алексей Ильичев как новый генеральный директор предприятия. В СМИ Евгений Резник неоднократно заявлял о том, что выполнение гособоронзаказа возможно лишь при его участии. Напомним, что ранее в прессе появились публикации о многочисленных финансовых нарушениях бывшего директора Резника. В настоящее время, по словам акционеров, правоохранительные органы проводят проверку фактов о возможном хищении бюджетных средств.